это было нереально эпично, у меня даже не было слов. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, где сегодня мы будем заводить себе нового друга. А точнее, я расскажу вам секрет, как же призвать Херобрина, как его убить и также как забрать его силу себе. То есть мы сами попробуем стать Херобрином, если у нас, конечно, получится его убить. Но перед этим, как обычно, я бы очень сильно хотел попросить поставить лайк. Ведь если мы наберем 700 лайков на вот этой серии, то я вам даю свое слово своим любимым подписчикам, то что новая серия без мода выйдет на следующий же день после того, как мы наберем 700 лайков на вот этой серии. Я выпускаю для вас видео как можно чаще, как можно дольше, как можно больше, и, можно сказать, даже дарю вам частичку своего сердца, потому что каждый подписчик для меня как действительно друг. Поэтому если ты хотя бы поставишь лайк, это уже будет для меня действительно большой праздник. Также я приглашаю вас вступить в нашу большую дружную семью. Как я уже сказал только что, каждый подписчик для меня друг. Поэтому если ты хочешь со мной пообщаться, если ты хочешь вообще стать моим другом, все, что тебе нужно, это потратить секунду твоего времени, нажать на кнопочку и подписаться на мой канал. И ты прям сделаешь меня действительно счастливым. Также не забывай оставлять комментарий под этим видео, как я уже сказал, я общаюсь с своими подписчиками. Если у тебя есть вопрос, задавай, я его прочитаю и также на него отвечу. А мы, ребята, приступаем. Ну что, давайте, ребята, посмотрим, как же все-таки заспавнить Херобрина в Майнкрафт, и это будет выглядеть действительно эпично, я вам обещаю. Все очень просто, в первую очередь вам нужно выдать себе командный блок. Делается это все очень просто, я уже много раз вам показывал, вот так мы выдаем себе командный блок и ставим его, допустим, где-то вот тут. Дальше. Нам нужно взять редстоун на всякий... не то, что на всякий случай, а даже наперед. Но в первую очередь нам нужно вписать команду в командный блок. Ссылочка на команду есть в описании. Вам просто-напросто ее нужно скопировать и вставить в командный блок. Это проще, чем устанавливать какой-то мод. И если у вас в чате показалась вот такая небольшая сказочка, это значит то, что команда была успешно установлена. Сейчас ее нужно активировать. Ставим возле командного блока блок редстоуна и смотрим такую картину. Вот это все устанавливается. И когда в чате написала то, что все-таки команда была установлена, значит, машина для призыва Херобрина все-таки установлена. Херобрина, да, ребята. Фух, если вы хотите удалить эту машину, вам нужно нажать на вот эту табличку. А если вы хотите получить вещи для того, чтобы призвать Херобрина, то есть создать алтарь, вам нужно нажать на вот эту табличку. И мы получаем три вещички, которые позволят нам призвать Херобрина. И также мы, ребята, с ним сразимся. Да, мы выключаем гейммод в этой серии, мы будем с ним сражаться. Это необычная серия без модов. Также, можно сказать, небольшая авантюрка нас ожидает. Я уже подготовил вещички. Вещички, которые помогут хотя бы дать нам маленький шанс на то, чтобы мы все-таки победили там, я не знаю, бога Майнкрафта, можно и так сказать. Поэтому, ребята, мы берем вот это все, одеваем full set алмазной брони. Также у нас есть алмазный меч на sharpness 3 и также лук на power 2. Также у нас есть 2 ночь эпла, то есть зачарованных золотых яблока и 16 обычных яблок. То есть очень даже круто. Сейчас мы это все поставим на свои места. Допустим, это сюда, это вот сюда. Вот так. Ну что, ребята, мы идем, будем спавнить Херобрина. Мы его будем призывать к себе. Как это делается? Как это делается? Вам нужно создать алтарь. Ставим зачарованный золотой блок. Так. Круто. Потом вокруг ставим зачарованный блок угля, потому что, ну, вот тут он выглядит как зачарованный. Ну что, ребята, вы готовы? Как только мы сюда поставим вот этот предмет, спаун уже будет необратим. Херобрин придет в наш мир. Вы готовы, ребята? Ну давайте. Ставим. И убегаем. Ha ha ha!
Нифига себе! Это такой спам Херобрина. Было нереально, эпично, у меня даже не было слов. Вот наш Херобрин. Умри, ты глупец. Это нам написал Херобрин. Ну а что ты нам вообще сделаешь, зараза? Я пошутил, Херобрин, я пошутил. Ну, как же убить его? Ни хрена себе. В первую очередь, он на нас призывает прям армию. Дайте... Он на нас прям призывает армию зомби. Это в первую очередь. Вторую очередь он на нас кидает, можно сказать, метеоритный дождь. Это вообще офигеть. Но как же его убить, ребята? Вам нужно попасть 3 раза вот в этот кристалл. Для того, чтобы Херобрин сам спустился с небес и сам предоставил нам такую возможность и даже честь, чтобы мы с ним сразились прям 1 на 1. Ну как, 1 на 1 100% не будет, потому что он на нас будет еще насылать вот эти офигеть метеоритный дождь. Это офигеть просто, ребята. Так, кристалл, давай, последний кристалл, пока метеориты... Попали! Как ты посмел? Это нам Херобрин пишет. Вот он спустился. Где ты? Он нас тпхнул. Давай, спускайся. А ну давай, иди сюда. Давай. Мы тебя ждем, да, ребята? А хотя, я не знаю. Давай, зараза, сейчас мы тебя попробуем. Это реально стрёмно было. Я прям обкакался немного. Херобрин, ща мы тебя завалим, мы же сами хотим стать Херобрином. Да, ребята, если вы его убьете, у вас появится такая возможность забрать его должность себе. Да, его, короче, уволят, а вы сами станете Херобрином. Но к этому еще нужно хотя бы дожить нужно. Ай, давай. Нифига себе он сильный, у него железный сет, у меня алмазный, и у нас... Ух ты, нихрена себе. Давай, зараз, давай, ты белоглазый нафиг, давай, ух, дайте я покушаю, давай сюда, я не знаю, ой, я его луком бью, говорю, давай, может нам зажигалку нужно было взять, а то он сильно такой жестокий, нет, еще темно, я нифига, путешествие, так, иди сюда. Попал или не попал? Попал. Идите вы в пень, мелкие заразы. Давай. Вот. Я вообще не понимаю, что происходит. Он меня просто... Вот это стрёмно, ребята, реально. Это не только то, что Херобрин, можно сказать. Это как бы небольшой даже такой ужасик в таком темном мире. Мы призвали бога Майнкрафта, бога смерти. Я не знаю, там саму смерть мы призвали, да? Потому что Херобрин это все-таки что-то... Убили Херобрина, ребята. Убили, но сразу же убегаем с этого места, где мы его убили. Убегать-то мы хотели убегать, но не смогли. Вещички мы, конечно, потеряли. Да, вещички мы потеряли. Но ничего страшного. Потому что вещички нам не нужны. На том месте, где умер Херобрин, у вас появится огненная поляна. Любой человек, любое существо, которое будет туда входить, будет заживо сгорать. Поэтому, ребята, нам нужно забраться туда как можно быстрее. Ну вы спросите, а что же там в этой огненной поляне? Там, ребята, дроп самого Херобрина. Там будет лежать его вещичка, которая называется «Сапоги отчаяния», которая вам даст саму силу Херобрина. То есть вы сможете занять его место. К
сожалению, мы яблочко потеряли, я бы его скушал и сразу же побежал туда. Дайте-ка я, может, сюда подберусь. Нет, тут нам уже наносит урон. Вот, тут нам... Вот, тут пока что еще не наносит. Я не знаю, где я умер, где мои вещички, но вещичка Херобрина вот где-то там лежит, поэтому... Где вещичка? Подняли вещичку. Да, ребята, и все, мы уже больше не умрем. Потому что мы сами сейчас станем... О, где мои вещи нафиг? Потому что мы сейчас сами станем Херобрином. И как видите, вещички откуда-то вообще появились, я даже не представляю откуда. То есть мы стояли на месте, а они где-то взяли и появились. Ну ладно, допустим, мы их возьмем. Допустим, мы сейчас покушаем, чтобы у нас был... У нас был полный животик. Но, ребята, что сейчас? Как стать Херобрином? Все, что нам нужно, это одеть его ботиночки. Вы готовы испытать эту нереальную силу и мощь? Я готов. Поэтому, ребята, одеваем. И смотрите, что происходит. И смотрите, что происходит. За нами будет следовать аура огня. То есть... Под ногами у нас будет гореть все живое, что будет встречаться на нашем пути. Как только мы будем подходить к каким-то любым существам, монстрам, я не знаю, вообще к любому криперам, вот смотрите, все будет просто-напросто заживо гореть, и вообще никто нас не сможет убить. Я так думаю, даже криперы... Криперы нас тоже не могут убить, потому что как только вы подходите к монстрам, то... Мало того, что они заживо начинают сгорать, они взлетают в небо. Как только они это делают, ребята, они вас не смогут даже тронуть. Поэтому вы можете больше не бояться крипера. Вы... Ну ладно, если он все-таки смог взорваться в воздухе. Но вы также можете не бояться скелетов, потому что вот ваши стрелы. Они больше даже не смогут вас попадать. Вообще вас никто не сможет даже тронуть. Потому что, ребята, вы... В какой-то степени, можно сказать, даже бессмертный. Вы можете так стоять, и вообще вам ничего не будет. Но давайте посмотрим, как же это будет круто. Если мы, допустим, включим гейм-мод, и эти ботиночки заберем себе, то есть снимем, и заспавним кучу зомби вокруг себя. Вот так. И станем по центру, прям такой тусняк какой-то. Хоровод. И одеваем ботиночки. Как это круто выглядит. Вы можете чудить все, что вам угодно. Все. Вы владеете силой Херобрина. Но эти ботиночки... Это вообще фантастика. В каком смысле? Они не могут ни сгореть, ни взорваться. Они вообще могут все что угодно, но только не быть разрушенными. Это, как можно сказать, Властелин колец. Кольцо может быть разрушено только там, где оно было создано. Значит, ботиночки тоже могут быть разрушены, наверное, только Херобрином. Может, он когда-то еще вернется, ребята? Никто не знает. Может, будет возрождение Херобрина. Поэтому готовьтесь, ребята. Готовьтесь. Никто не знает. Потому что ботиночки эти, можно сказать, ну, никто не сможет... Никто не сможет уничтожить. Так же, как кольцо всевластия. То есть... Если мы даже взрываем динамитом, ботиночки остаются и не взрываются. Но они также не могут сгореть в лаве. То есть, если вы кинете их прямиком в лаву, им вообще ничего не будет. Вот они в лаве, вот они в лаве. Закрываем лаву, чтобы просто-напросто посмотреть. Закрываем лаву, я сказал, закрываем лаву, да, вот. Закрыли мы лаву, но ботиночки тут остались, и они также не сгорели и никуда не... Не испарились. Даже если вы выкинете ботиночки и пойдете на другой конец мира, и потом вернетесь через месяц спустя ваших похождений в мире Майнкрафта, ботиночки все так же останутся, и они никуда не пропадут. Потому что это ботиночки, которые владеют прям нереальной магической силой. Да, ребята. Поэтому
принципе, я все, что хотел показать вам в этой серии, я показал. Я надеюсь, то, что она вам понравилась, потому что лично вот эта команда мне очень сильно понравилась. Я оставлю ее специально для вас в описании, заходите, копируйте и также становитесь херобрином. Это очень поможет даже вам, я не знаю, если вы там сериалы какие-то снимаете, как стать херобрином, или летсплей, или еще что-то. Это нереально поможет, потому что крутая команда, как видите. Прям за вами следует огонь, то ли у вас пукан горит, то ли еще что-то. Неважно, главное то, что вы все-таки стали херобрином. Ребята, как обычно, я уже вам сказал в начале видео, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, ведь каждый лайк для меня очень сильно важен. А если мы вообще в сумме наберем 700 лайков, ребята, я бросаю вам вызов. Если мы наберем 700 лайков, я вам даю свое слово, то что на следующий же день выйдет новая часть без модов, где мы будем становиться не только херобрином, а может еще кем-то. В чем заключается вызов? Если мы лайки наберем, а серия не выйдет на следующий день, значит, ребята, вы победили. Значит, вы победили. Победили Эдисона. Да, ребята, но все же, может, я вас просто вздрючу и все-таки серию выпущу. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, ребята, это будет действительно мне приятно. Скелетончик, ты... Скелетон, который не смог. Да, ребята. Также не забываем подписываться на мой канал, как я уже говорил, каждый подписчик для меня большой друг, поэтому если ты хочешь стать моим подписчиком, задать мне какой-то вопрос, пообщаться со мной, все, что тебе нужно, это потратить секунду твоего времени, нажать на кнопочку и подписаться на мой канал. Тем самым ты вступишь в нашу команду и станешь неотъемлемой частью нашей дружной семьи. Также не забываем оставлять комментарии под этим видео, ведь я читаю ваши сообщения и также на них отвечаю. Если у тебя возник какой-то вопрос или совет, или какое-то пожелание, ты можешь написать в комментариях, я его обязательно прочитаю. Также можете добавить меня в также вы можете добавить, в принципе, да, меня в друзья ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Заходите, добавляйте, пока есть место. В принципе, я вас добавлю, и вы будете у меня в друзьях. В принципе, ребята, еще раз скажу, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.